Привет-привет, друзья, с вами Маша Смолот. Давненько ничего не снимала и очень по вам соскучилась. А делать мы сегодня будем деревянную заколку для волос. Сейчас они в тренде, и так как мне нужно заполнять свой Etsy-магазинчик, я решила сделать что-нибудь неординарное. До моего вмешательства с пилой это были разделочные доски из дерева манго, и сейчас будет перерождение в заколку. Переводим наш эскиз на древесину и идем выпиливать это лобзиком. Древесина достаточно мягкая, поэтому идет как по маслу. Дальше приступаем работать бор-машинками. Сейчас я снимаю лишние шарошками с наждачной бумагой 80 грит.
постепенно убираем лишний материал, сверяясь с нашим эскизом. Ну и чисто интуитивно просто убираю лишнее. Перед тем, как перейти на шлифстаночку. В этом плане он мне очень помогает, потому что это бы лишнее дерево я бы снимала долго. Хотя древесина достаточно мягкая. Так получилось, что мне не понравилось, как выходит лицо. С этим дизайном очень трудно подлезть, чтобы сделать глаза. И я уже слишком много сняла материала. Вот, поэтому я решила заменить лицевую часть камушком из эпоксидной смолы. У меня как раз еще осталось несколько красивых штук. Вот, и как раз есть подходящий размерчик. Сейчас мы его и инкрустируем. Подготавливаем поверхность для инкрустации. Thank you.
Но перед тем, как это сделать, нам нужно обработать нашу поверхность. Сначала все вышлифовываем наждачкой разной зернистости, а затем мы будем покрывать маслом. Масло для столешницы, водоотталкивающее. Пробую его первый раз, интересно, какой будет эффект. Масло, кстати, достаточно жидкое, я даже удивлена. В инструкции написано, что после первого применения надо будет выдержать 8 часов, а потом покрыть вторым слоем и дать полежать еще сутки с промежуточным прошлифованием. Я не буду показывать весь процесс, я сейчас покрою одним слоем и сделаем инкрустацию. У дерева манго очень красивая текстура. Сперва я использовала клей для страз, но это была ошибка, потому что камень приклеился достаточно плохо. Поэтому я взяла старую добрую эпоксидку, и в этот раз приклеилось все намертво. Что, друзья, вот такая заколочка у меня получилась. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте, спрашивайте, если интересно. Всем хорошего настроения, прекрасного времяпрепровождения. С вами была Маша Смолот. До новых встреч. Пока.